Тесты сдаем каждый год, но результаты не меняются. Ты как был самым выносливым, так и остался. Откуда в тебе столько здоровья? Ну, все заложено с детства. Как бы тренера заложили эту подготовку. То есть это не просто так, что дано. За счет работы. Вот и все. Расскажи вкратце для простых болельщиков, что за биг-тест. Биг-тест, правильно? Да, да. Ну, биг-тест — это ставятся фишки на расстояние 20 метров. Дается звуковой сигнал, и во время звукового сигнала ты должен быть на фишке. Челночный бег, с каждой минуты скорость увеличивается, ну и бежишь на максимум, кто сколько сможет. Ну и какие ощущения в конце теста, когда ты вот на максимуме все преодолел? Ну, даже если доктор подбегал. Полностью выкладываешь все силы, как бы, и все, опустошение полное, хочется перелечь, полежать, отдохнуть. Ну, полное опустошение. Перед началом сбора, думаю, для всех болельщиков была приятная новость о том, что ты продлеваешь контракт с нашим клубом. Долго ли думал? И были ли сомнения вообще? Ну, велись переговоры, то есть в течение месяца с нашим клубом. Там другие предложения были, но смысл других говорить. Как бы я доволен, что остался именно вот в «Динамо», в родном клубе для себя. Все, что не делается, все к лучшему.